31 метр. Такой уровень воды в Волге обещают в ближайшие дни около Самары. В Тольятти еще больше – 32 метра. Последний раз такие высокие значения отмечались 23 года назад. Уровень высокий, но не критичный, заверяют в региональном управлении МЧС. Может немного подтопить места отдыха на берегах рек. Мы сегодня оповестили и еще раз обращаюсь ко всем жителям Самарской области с пониманием отнестись к складывающейся ситуации и принять все меры для того, чтобы не оказаться в зоне подтопления. Вторая волна паводка продолжается из-за обильных дождей. Камский и Вятский бассейны переполнены. Жигулевская ГЭС переходит на новый режим работы. В ближайшие 10 дней увеличатся сбросы воды до 20 тысяч кубометров в секунду. В Приволжском гидрометцентре прогнозы благоприятные. В ближайшую неделю обильных дождей не ожидается. Установится нормальная летняя погода. Небольшая перемена облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью 12-18, 16-17 числа 14-20, днем 23-30, а 16-17 до 33 температура воздуха стоит. Вода будет прибывать постепенно, повышение уровня произойдет до конца недели. Отдыхающим на речных берегах советуют перенести палатки и свои вещи подальше от воды. Олеся Корецкая, Артем Сулайманов, события.